Краснодар имеет очень длинную историю. В прошлом году мы отметили 220 лет со дня образования города. И города, который изначально был заложен как форпост казачества, безусловно, вот с тех давних 200 лет назад все традиции патриотического воспитания, они только приумножаются. В Краснодаре огромное количество памятников, посвященных героям всех войн, в том числе и Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной, безусловно. Достоянием города является парк 30-летия Победы. Он был создан в 1975 году по инициативе подоляк Петра Яковлевича, гвардии майора в отставке. Не просто как выставочный павильон в плане просто техника, а ну, в ней есть энергетика какая-то, история. Это каждый объект с какой-то историей, каждый танк был в боевых действиях, что-то видел. Чтобы собрать такую экспозицию, понадобилось много времени и усилий. Петр Яковлевич сам искал, привозил и устанавливал технику. Так и была заложена основа для выставки. Техника такая, как БМП различного класса, там их несколько, Т-34 танк, ИС-3, самоходка, затем зенитные установки. Это его заслуга. Многое сделал для создания коллекции и Хархардин Анатолий Иванович. В должности директора Музея боевой славы он продолжил собирать экспонаты и развивать музей. Некоторые спрашивают, как вам удалось собрать такую коллекцию? Из 42 единиц, 18 единиц моих личных. Часть техники у нас есть танкоремонтный завод. И когда я приехал туда, попросил, что-нибудь дайте вот, на 50-летие хоть какую-то единицу. Он мне не только дал боевую машину пехоты, но и говорит, возьми самоходку. Любая техника, которая находится под открытым небом, периодически нуждается в реставрации. В этом году компания Wargaming в рамках глобальной инициативы «Помним все» и администрация Краснодарского края обновили внешний вид музейных экспонатов. Наконец-таки техника приобрела какой-то более достоверный исторический вид. Еще солнце добавит немножко свои коррективы, она подсохнет и будет, наверное, ну, максимум приближена к реальности. Она отреставрирована. Она как вроде только вернулась с поля боя и на нее нанесли новую краску. Традиционно к работе по восстановлению техники подключились и добровольцы, игроки World of Tanks. Буквально на днях мы получили приглашение принять участие в реставрации нашей техники, которая находится в нашем городе, в Краснодаре, в парке 30 лет Победы. Сзади меня вы видите ИС-3. Зимой еще он был не отреставрирован, очень печально смотрелся. Сегодня он полностью выкрашен, отлично выглядит. Все работаем, все стараемся, любим наш город, любим технику. Игроки должны не только играть на боевых машинах, но и знать историю их, историю ветеранов, которые воевали, чтобы помнили историю своей страны, гордились своей родиной. Стоит с уважением и почтением относиться к нашему прошлому, к тем вещам, событиям, людям, которые уже стали историей. Между Краснодаром и Белоруссией установлен давно очень тесный дружеский контакт. В этом году мы передавали останки белорусского летчика, который в годы Великой Отечественной войны воевал под Краснодаром, был сбит, погиб. Нашли его родственников, и мы в торжественной обстановке передали эти останки белорусской стороне для захоронения их в Беларусь. Такая встреча несет больше воспитательного момента, чем многое другое. Никто и ничто не должно быть забыто. Об этом нам напоминает поколение войны. 9 мая 1985 года в парке имени 30-летия Победы была открыта памятная стела, посвященная героям Советского Союза за защиту и освобождение Кубани. Под звездой заложена капсула поколению 2045 года. Хотел бы им пожелать здоровья, мира, благополучия.